Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тутен Паут, а мы продолжаем играть в Террарию. Как вы помните, в прошлой серии... А, я уже забыл. Давненько была прошлая серия, ну короче. Нам надо бы сделать, наконец, камин. То есть не камин, а печку, и все будет супер. Какие новости? Почему я так долго не снимал? Я занимался созданием нового канала для Майнкрафта, для тех, кто любит Майнкрафт. Этот отдельный канал я сделал, можете на него подписываться, прямые трансляции будут много. Много будет прямых трансляций. Вот даже сегодня я постараюсь сделать прямую трансляцию. Ну, не обещаю, что она будет, но я постараюсь. Так, бумерангом тебя шарахнем, на. Так, вы куда пришли? Не видите, я один на один с глазом, пучеглазом, на, все, супер. Так, дорогие друзья, есть гранаты, нет идей. Чего я в сундуке оставлял? Ага. Так, когда эта ночь уже закончится, ё-моё. Ну, получайте. Уж сами хотите этого. Я вас не заставляю. Так. Точно, я же тебе звезд этот крафчу. Ману крафчу и звезд. Ух, нихрена себе темнотень. Сорян, пацаны, за темнотень. Ну как живем? А стопой, у меня был факел, блин, нет факела. Да ну вас нафиг. Эй, спасите. Меня мочит, а я никого не вижу. О, фу, давай, беги. Уходи, нечисть. Пошел вон. Отойди. Отошел. А, беги. Фух. Вот так пронесло. Чуть не сдох. Ёкаламане, это ж... Жесть просто. А, стоп, я могу уже скрасить? А, из трех? Уже из трех, я думаю, 5 надо. Давайте вот применим. Все супер. Что за этим могу сделать? Стоп, заяц, ты убьешь что ли? Нет, не убьет вроде. Так, ну ладно. Что я предлагаю? А я предлагаю дождаться дня, пойти найти печь. На этом мы закончим эту серию. Кстати, ссылка на мой этот новый канал будет в описании. В описании будет ссылка. Хотите подписаться? По ссылке подписывайтесь. Вот я сегодня наверняка должен провести прямую трансляцию. Небольшую, но проведу. Проведу. И, пожалуйста, надеюсь, вы ее не пропустите. Так. Давайте уже день мне делайте. Интересно, граната может землю долбануть? Так и думаю. Иди сюда. Что я сделал? Я гранаты взорвал, да? На. А! Не-не-не, пацаны. Да ёк! Это что за прикол?
Это типа новое обновление, то что когда подыхаешь, вещи выпадают, вы... Вы с ума сошли? Как вещи упадают? Твою дивизию. Вот это вот те и обновления. И чё получается, даже сдохнуть нельзя нормально. Охренеть. Ничего, идите сюда. Оп. Чё, не ожидали? Вот так-то. Так. Моя морковка. Я своего лучшего друга позову. Блин, охренеть. Чё за баг? Или это и не баг вовсе? А. Походу тут какая-то хрень с этой... Штука. Давай вот так. О. Или вот так. Ладно. Не хочет. Окей. Так, стоп. Настал день, надо... пойти добыть камень, и мы на этом завершим серию. Все, да ну нахрен, я теперь все буду ложить сюда. Почти все. Так. Let's go. Надо найти нам камень. Камень, он очень нужен в нашем выживании. Где же мне его найти? Его тут просто нет. Тут камень, блин, как... Исчезающий. Пил. Это 13 камня, так. Так, ты, я тебя забью. Вон там вот чё. Давайте проход что ли сделаем. Ладно. Сделаем проходик по нему. Оба-на, вот и камень. Радость-то какая. Всё, супер, и сделаем сейчас печку. Наконец-то. Так, это у нас сколько? 35. Так, выпиваем волшебное зелье. Пока. Так. Может быть, с этим, с факелом? И как ее крафтить, простите, пожалуйста? Как печку-то сделать? Ну, ее что, надо больше булыжника, что ли? Ладно, не в этом дело. Вот сейчас вот, когда вы смотрите это видео, не забудьте зайти в описание на мой новый канал. Сейчас там обязательно будет стрим. Обязательно. Это даже не обсуждается.
Оп, 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 оп. Ты что сделал? Ты что этого нам пустил, говнюка? Ладно. Значит, сделаем так. Печку нельзя, да? А как ее сделать-то? Search inventory. Кровик чеми бани. Жесть какая-то. Пока, птичка. Охренеть, я птичку не убил. Может быть, еще надо добыть? У нас уже сколько? Под 50 ушло. Ну, давай. Теперь-то можно. А теперь можно какую-то статую сделать. Ух, ни хрена себе. У меня денег сколько. Давайте их спрячем сюда пока. Так. И чё? Может, факел побольше надо? Дерево. А, дерево. Сейчас. Уйди. Уйди, Максвелл. Максвелл, закроешь дверь, ладно, тогда? Так, дерево. Слизень, пока. Блин, вот некультурный человек, я даже за собой дверь не закрыл. Еще. Вот. И вот. Чё-то ты не хочешь-то тогда? Может быть, там этот... Верстак надо какой-то другой, ну-ка. Короче, я запутался. Ну что ж, дорогие друзья, в следующей серии я обязательно решу эту проблему. Наверное, эта серия для вас была слишком короткой, но не расстраивайтесь. Сейчас, вот прямо сейчас, вот после этого видео, заходите на мой стрим и смотрите. Ссылка в описании.